Мое почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами Headcrab, и мы продолжаем прохождение игры «В тылу врага». Очередная миссия у нас называется «Линия фронта». Посмотрим уже, что это за миссия и как в ней нам предстоит противостоять силам зла. Но нормальное, конечно же, выбираем. Так. Что такое? Так, карта, вижу, наши обороняются. Чужаки нападают. Так, в этой миссии мы играем за бойца США. Так, его имя Джон Гриффин, черт побери. Что у нас в арсенале, посмотрим. Да, у нас в арсенале особо ничего и нету, кроме винтовки. Разберитесь с двумя вражескими минометами. У нас серьезные потери. Зайдите немцам в тыл. Ух, тут насыпают. Я понял теперь, почему меня попросили разобраться с этими минометами. Блин, насыпали тут конкретно, вижу. А это кто? Нет, это новые, короче, подкрепления. Этих тут разбомбили, новые пришли. Так, хорошо. Значит, я буду с правой стороны прорываться. Ух, лезут ублюдки. Здесь меня видно не будет. Я вот амуницию не знаю, где найти. Я подошел бы сюда поближе. А вообще-то можно. Давайте посмотрим. Может, я смогу забрать амуницию у своего товарища. Так, посмотрим инвентарь. В принципе, у нас есть гранаты и патроны нормальные. Ладно. Наша пехота пошла вперед, и я тоже пойду вперед. Блин, убивает их, убивает. Что там лежит у нас на земле? Вот как посмотреть? Только труп можно посмотреть. Так, давайте поищем тут этих... Ага, вот он, вот он. Все, сняли одного. Кстати, нас немножко повредили. Нас немножко повредили. Отсюда еще кто-то стреляет. Вот, в кустах. Но я не вижу, не вижу. Нет, не видно. А вот еще один. Так, мне надо подойти поближе, сейчас побери. Одного ублюдка. А вот еще, вижу одного ублюдка стоит. А почему я в него попадаю, Андрей? Вот, вижу, стоит ублюдок в кустах, вот он. Хорош, в каску попал, все, в голову. Убил. Так, что это? Что это за винтовочка? Посмотрим. Патрончики заберем. Ой-ой, меня стреляют. Вот-вот-вот он, ублюдок. Так, немного пригнемся. Есть. Снял ублюдка. Снял ублюдка. Вот еще один лезет. Ну куда ты идешь, скотина? Не попадаю. Так, может, он сам, блин, попадет? Черт. Я не вижу, не вижу, не вижу. Вот он. Сучонок. Еще один. Так, его опять же тут не видно. Ай-яй-яй, он попадает, типа, да. Хорош. Все, замечательно. Так, мне почему-то эта винтовка не особо нравится. Надо вернуть нашу гарант. А у нас еще маузер нет. Давайте гарантик. Там больше патронов. Побольше патронов. Скорострельность, насколько я помню, получше будет. Так, патрончики собираем. Тут не так уж много. И я, знаете, что еще? Я буду сохраняться. Сохраняться почаще. Потому что тут, блин, раз-два я общался, один все-таки у меня... Один у меня все-таки боец, и... Тут надо беречь. Ага, вижу, вижу, вижу. Ублюдок. Хорош. Разведимся. Так, а это что за... Воу. Неужели он меня достает?
без каски, кстати, этот ублюдок. Я бы его с удовольствием снял бы. Он под, возле станкового пулемета. В голову можно попасть. Хорош. Хорош, снял. Здесь его никто не будет заменять. Фу, все, побегал, ушел. Так, окей, тут разобрались с этими ублюдками. Дальше, дальше, дальше. Что у нас тут дальше? Воу! Нет, 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 с этим не буду пока что спорить. Так, а как там подобраться так, чтобы... Или его с винтовки снять? Да, можно с винтовки снять. Хорош. Фу. Так, блин, я все-таки очень, мне не нравится, что нету быстрой кнопки сохранения. Я привык уже нажать на F5, и все, все сохранено. Все в порядке. Так, облутаем этого ублюдка. Еще у него тут есть патрончики, заберем. Тут там, блин, еще куча солдат, блин, навозят ублюдки. Так, а мне нужно вот эти вот две, вот эту вот пусковую хрень уничтожить и вот эту вот. Здесь у меня есть там чем? Да, есть. Противотанковыми этими нормально получится убить. Так, 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 давайте подумаем. Тут до этого, я вижу, тут еще есть патрульный, тут трое, блин, козлов патрулируют. Как-то с ними... Ух, ёпта, полетело. Как-то с ними надо будет разобраться. Я, знаете, что подумал? Если сесть вот за этот станковый пулемет и их расстрелять к черту. Даже вот эти пушку, вот эту пушку можно будет захуярить. Да. Перед тем, как мы пойдем на этот очень интересный шаг, я сохранюсь. Все, побежали. We're back in hell, but it's our job. Все, теперь сейчас мы будем вам насыпать ублюдки. Все, эти сдохли. О, еще тут высадили двоих. Перезаряжаться долго будет, да? Давай, дружище. Хорош, минус. Блин, вот этих не видно. Не видно. Этих не достреливают. Так, окей, ладно, выходим отсюда. Сделали мы свое грязное дело. Запишемся. Я думаю уничтожить эти штучки обычной гранатой. Give him some. Обычной гранатой. Разберись с двумя вражескими минометами. Да, есть. Так, давайте подберемся ближе и наконец-то сделаем дело грязное. Там по мне, что ли, стреляют? Не могу понять. Надеюсь, что нет. Так, ну что ж, давайте. Закинем, блин. Хорош. Хорош, еще одну быстренько. Бежим, 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 пока никто лишний не подошел. Как никто не спалил, что мы тут, блин, в тылу врага. Быстренько расхрячим втрое эту хрень. Да, добрасываем, туда. Все, блин, отправляйтесь в ад, ублюдки, ты герой. Ух, хотя я за ним сейчас погоня, но миссию мы выполнили, я думаю, он справится, убежит отсюда. Да, я думаю, он там как партизан справится, по кустам уйдет. Хорошо, прошли миссию, довольно небольшая. Следующая миссия уже будет отдельной серией. Пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был Хэдкраб, пока-пока, до новых встреч, друзья.